проехала машина ГАИ, и она с собой пробивает путь, и все едут вслед за ней. Но получается по встречной. Но несмотря на то, что мы едем очень медленно, мы все равно едем, а не стоим в мертвой пробке. Ну да, но это не еще не очередь же на порог. Это где-то пробка просто тут образовалась. Ну вот обочечники назад пытаются вклиниться, потому что там... Ой, все плохо. Вот что они делают. Получается, что люди объезжают, становятся впереди очереди, они здесь останавливаются правоохранителями, а уезжать они назад не собираются. Вот стоит BMW, 5-й регион, и рядом льготник, который посчитал, что льгота его начинается еще на подъезде к порту Крым. Алиев Магомед Алиевич. 5-й регион у вас. Да, 5-й регион. Смотрите, что здесь происходит. Значит, у меня электронный билет. Так. Я за час до окончания тайм-слота должен подойти к переправе. Да. Значит, сотрудники останавливают меня и говорят, чтобы я развернулся и ехал обратно. Какой пункт правил ПДД я нарушил, они мне не объясняют. Они говорят, что здесь очередь. Но нигде нет объявлений, то, что надо соблюдать эту очередь. Но у меня есть электронный билет транспортной компании, который я должен выполнять. У меня я должен выполнять, понимаете? Вот у меня есть электронный билет. Чтобы мне не сказали там, что я опоздал и разворачиваюсь обратно, я, естественно, поехал вперед. Здесь нет сплошной полосы, здесь нет ничего, я не нарушал никаких правил ПДД. Но сотрудник, телефон горячей линии не отвечает. Я звоню уже полчаса, телефон горячей линии Тульской области, да, стулы, ребята, он не отвечает. Так что... Как был беспорядок, так он и остался, к сожалению, понимаете? Надо, наверное, там поставить сотрудников и сказать, что здесь все в очереди вживой. А для чего тогда электронные билеты? Объясните мне, я не понимаю. Для чего предупреждение транспортной компании, что я за час должен обязательно там быть? Правилами перевозки через Керченскую переправу определено то, что прибытие ранее или позже установлено. Там слот не является отменой того билета, который приобретен. Билет действует в течение 24 часов после того, как заканчивается тайм-слот. Поэтому даже если вы опоздаете, вы будете перевезены через переправу. Как если владелец электронного билета или в общей очереди? Здесь будет ситуация зависеть от той ситуации, которая будет складываться на площадке. Дело в том, что прибытие не в свой тайм-слот, прежде всего и в правилах это определено. Приоритет электронного билета в этой ситуации теряется, тем не менее, все равно преимущество остается, то, что не надо стоять в кассах, приобретать билеты, тратить на это время. То есть это тоже своего рода удобство. Ну и вот как решается эта проблема. Значит, человек отправляется в конец очереди. Два часа мы стоим. А там в пробке до накопителя? Полтора. Значит, 3,5 уже? Да. Это хорошо. Пойдет. Как настроение? Прекрасно. Да ладно? Домой еду. Как условия здесь? Могли ли купить воды, сходить в туалет, воды какой-то помыться? Все есть? Хотелось бы быстрее или понимаете, что нужно? Время ожидания по билетам
продано в электронном порядке составляет около 4 часов, по билетам, которые привлекаются непосредственно на площадку, около 6 часов. Около 6 часов. Каким образом вы распределяете эти потоки? 50 на 50 или у электронщиков есть своя очередь? Я еще раз обращаюсь к нашим клиентам с просьбой приобретать билеты в электронном порядке, потому что это преимущество, прежде всего, для проезда через переправу. Мы гарантируем перевозку в тот тайм-слот, который предлагают клиенты. И с другой стороны, мы можем реагировать, предупреждая клиентов о том, что есть какие-то проблемы на пароходной переправе, если это случится. Скажите, пожалуйста, досматривали ли вашу машину сейчас? Как? Насколько тщательно? Один чемодан. Через ленту прогнали чемодан, внимательно посмотрели на нас. А машину? Открывали, смотрели. Багажник просили открыть. Сколько заняло времени вот на досмотре? На досмотре минут 10. 10 минут, ясно. А сколько вы вообще в очереди простояли? 3 часа. 3. Вы владельцы электронного билета? Да. Ребята, вашу машину досматривали? Да. А сколько времени ушло на досмотр? Да, минуты 3, наверное. А что вы просили показать? Бардачок. В салоне. Подлокотник, салон, капот, багажник. Минут 5, да. А сколько вы всего простояли в очереди в порту Крым? За 4 часа. Около... Вы владельцы электронного билета, нет? Да.